Так, ребята, очень важный момент. Это насчет техники безопасности. Вот смотрите, я всегда говорил, вот не зная броду, несуйся в воду. Видишь, только дернул рычаг, сразу оборот подскочил. Вот мои следы. Вот там я стоял. Вот левый след и вот правый от гусеницы. И вот оттуда, вот там вот я стоял и скреб вот эту вот часть этого бассейна. И вы посмотрите, что подо мной было. Я и думаю, что там плиты такие. Здесь вроде бы нету плит, вроде как мягкая, а там плиты. Думал, ну просто на землю брошены. А вы видите, и если бы я провалился вот там вот, одной стороной, вот этой вот правой гусеницы, вот видите, вот как раз гусеница, вот она левая, вы поняли, да? И вот я так вот заезжал, и там стоял и ковырял вот это вот здание. Ты, пожалуйста, если я там провалился, то все. Вот это вот называется техника безопасности на производстве. Так что мне повезло. Учтите на будущее. Все. Спасибо. Продолжаем грызть. Все живы-здоровы. Вот еще раз сразу следующий дубль, потом скомпилирую. Вон, видите, какая дырка? Да там... Ну как раз половина, вот вся гусеница бы правая и пошла бы туда. И самое интересное, что эта вот плита достаточно жидкая. Она прямо вот чувствуется, когда она гуляет. Здесь грыз, отгрыз, довольно-таки слабая. В общем, мне дико повезло. Учтите на будущее, еще раз повторяю. Техника безопасности кровью писана. Да, ребята, повезло мне нафиг. Натурально. Вот там, и самое интересное, что если бы я там провалился, то я бы оттуда не вылез. Просто-напросто не вылез бы. Эта гусеница левая осталась бы здесь. И он бы так вот на бок бы и лег. Еще неизвестно, в каком положении находилась бы стрела, если слишком высоко была задрана, а он бы резко пошел бы. Я вообще не представляю, чем бы это закончилось. Вот эта паника была бы, да? Ну там, туда дальше, ближе к той стенке, в тот подвал, и вообще, блин, ну там-то я знал, что там подвал, я его тут и ломал, там-то я прекрасно знал, что это все есть, потому что мы там обошли. А вот эту вот, эту конуру я и не видел. Она какая-то со всех сторон замурована, поэтому я толком и не мог понять. Я думал, основной фундамент, по логике вещей, основной фундамент, вот этот вот, он идет по этой стенке, и все. А здесь уже ничего нету, здесь было крыльцо. Но я думал, эти плиты просто положены наверх, а под ним ничего нету. Видите, это самая натуральная ловушка, елки-палки. И вот так вот, не зная брода, а как его узнаешь? Как его узнаешь, этот брод, если его не узнать никак? Все, нафиг. Продолжаем. Все живы, здоровы.